Туле сегодня открыли памятник «Бессмертный полк Тула» рядом с Аллеей Победителей. Монумент представляет собой развивающееся знамя, которое сложено из фотографий туликов, участников Великой Отечественной войны. По сути, это такая мозаика из 3500 снимков. Вместе они образуют известную фотографию знаменосцы у стен Рейхстага. И это здесь, на окраинах города Тулы, подставили свою грудь под пули, лечащие в сторону те, которых мы сегодня с вами несем на демонстрации 9 мая. 3500 фотографий наших дедов и прадедов. Немногие из них дожили до Дня Победы, но они живы в наших сердцах, в наших душах, в нашей памяти. И я уверен и знаю о том, что наше поколение, будущее поколение будут передавать великие подвиги, великие дела и поступки этих людей –